Оснований для роста цен в Беларуси нет. Такое мнение высказал президент, беседуя с новыми руководителями вертикали власти. Сегодня глава государства назначил 8 глав райисполкомов. Их главная задача – повышение качества жизни людей. Акцент на контроле ситуации в ценообразовании и вопросах рынка труда. Александр Лукашенко напомнил, что требования декрета номер 3 остаются в силе. И именно местные управленцы должны наполнить документ конкретикой. Стоит задача доработать третий декрет к концу месяца. Новый руководитель Андрей Худык у Министерства природных ресурсов. Его задача – поиск новых залежей полезных ископаемых и охрана природы. Министерство должно активнее участвовать в экономике страны. Президент рассчитывает на поддержку Европейским банком реконструкции и развития малого и среднего бизнеса в Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с президентом банка Сумой Чакрабарти. Сейчас в нашей стране идет активная кампания по либерализации законодательства в этой сфере, и банк может включиться в совместную работу. Таким образом, инициативные люди получат еще больше возможностей реализовать себя, прежде всего в сферах производства и услуг. Также, по мнению президента Беларуси, Европейский банк реконструкции и развития объединяет общая цель – эффективное использование госсобственности. В этой связи сегодня поднималась и тема приватизации. Виктория Азаренко избрана в Совет игроков женской теннисной ассоциации. Новые представители органа выбирались путем голосования самих спортсменок. Из топ-20 мирового рейтинга, кроме белорусские, в Совет вошли сестры Уильямс, Яхана Конта и Саманта Стосур. При этом Азаренко, Серена Уильямс и Стосур попали в первую двадцатку благодаря защищенному рейтингу.